Здравствуйте! В первой половине дня сегодня возможны опоздания, задержки, пробки. Но в целом это очень хороший день. Все складывается удачно, хорошо закрывать финансовые вопросы, отдавать долги. И вообще, решение любых задач, связанных с деньгами, сегодня пройдут легко. А вот вечером можно расслабиться и даже немного выпить в хорошей компании. А еще эта среда подходит для общения с психологом. И вообще, для визита к любому врачу. Всего хорошего вам и до встречи завтра!